Фотоздымки на шкле. У Гомельским музее фотографии и друку открылась выстава «Белорусский амбротип-2». Экспозиция выканана у техницы мокрого колодия, якой больше як 160 годов. На выставе представлены портреты и натюрморты четырех белорусских авторов. Меншанина Дмитрия Аза, витебского фотографа Алексея Карасева, Сергея Трощенки из Лепеля и гомельчанина Вячеслава Бахметова. Амбротип – это вариант колодионного процессу, у выніку якого на шкляных пластинах з эмульсії отримливаются негативные выявы. Коли прикласти до их черный фон, здымки выглядают як позитивные. На то, каб налить эмульсию, зробить здымок и проявить его, у фотографа есть не больше як 15 хвилин, инакш колодий высыхает. Кожная такая фотография отримливается недосконалой, с драпинами у места замацавання шкла и подтеками химикатов, але гэта и робить кадры уникальными. Зараз у Беларуси таким видом мастерства занимаются только 6 авторов. Получить первый снимок было, ну, это сродни, ну, какому-то чуду. А все-таки данный снимок, он имеет совершенно другие характеристики. В нем есть какая-то глубина, какая-то магия за счет того, что все-таки длинная экспозиция, длинная выдержка. И вот, наверное, толщина стекла. Под особым углом надо смотреть, поэтому свет тут надо настроен. Ну, должен быть определенным образом. Чтобы люди видели, что это такое. Но это все-таки немножко отличается от цифровых фотографий. Аўтары таксама праводзяць майстар-класы, на якіх жадаючыя могуць паспрабаваць сябе ў ролі фотамастакоў мінулага. Бліжэйшы пройдзе 9 лютага. Ён будзе прысвечаны бясрэбнаму метаду атрымання малюнка з дапамогай соляў металаў. Вячаслаў Бахметаў прадэманструе пячатку з негатыву, стварэння фотаграмы, а таксама раскажа аб розных спосабах таніравання. Запісацца на майстар-клас можна ў музеі фатаграфіі і друку, альбо па нумары тэлефона, які вы зараз бачыце на сваім экране.